Привет! Сегодня диетические макароны с тунцом. Для этого нам понадобится шпинат, полголовки лука, зубчик чеснока, банка тунца, цельнозерновые макароны и помидоры, уже нарезанные. Закидываем 2 пястки макарон в кипящую воду. Пока макароны варятся, нарезали лук и чеснок и обжариваем в сковородке на небольшом количестве масла, растительного масла. Когда лук поджарился, добавляем туда банку помидор. После чего добавляю шпинат, потом тунец и перец. Это я все не солю. Когда это все немного потушилось, добавляю туда уже готовые макароны. Перемешиваю, потушу еще пару минут, и блюдо готово. Вот и все готово. Приятного аппетита!